Массовый протест против THAAD в Сонджу, где правительством принято решение разместить противоракетные комплексы США, прошел митинг. Протест совпал с Национальным днем свободы. Он отмечается ежегодно по случаю освобождения Кореи от японского колониального господства, которое длилось с 1910 по 1945 годы. В анти-THAAD движение приняли участие 815 человек. Они убеждены, что развертывание системы несет угрозу окружающей среде. Страну превращает в площадку для военных действий. На фоне недовольства жителей падает и рейтинг президента. По данным опроса Gallup Korea, только 33% респондентов ответили, что удовлетворены работой Пак Кын Хэ. Добавим, что по планам размещение системы ПРО завершится к концу следующего года.